Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, откройте набор карточек, три штуки. И потратить 250 тысяч еды. Где я это все умудрился сделать, я не пойму, ребят, если я только зашел в игру. Шунозавр. О, какой ты долгий, а, по прокачке. Ну что это, ну, шунозаврик. Это слишком долго. Так, тираннозавр. Забираем. Кто у нас там еще прокачался? Ага. Скафагнат. Его тоже помещаем куда нужно. Так, секунду. Хавчик заберем. А 900 баксов, нифига нет. 4 дня еще будет прокачиваться. Долго. Я бы сказал, бы очень долго. Так, давай глянем, какие у нас события сегодня будут. А будут у нас чудовища глубин, денежная борьба и все, что ли? Блин, как же мне, ребята, вот битву титанов. Даже сколько нужно боев сделать, чтобы открыть доступ мне? Так, денежку соберем, сколько сможем. Не буду я тут за каждой копейкой бегать. Так, давай вот здесь вот заберем и вот здесь. Остальное я уже за кадром, пожалуй, соберу. Так, идем на остров. У нас тут... Да ладно, еще... Ага. 62 уровень, друзья. 62 уровень. Так, территория, уровень схватки. То есть плезиозавр там получается, да, у нас будет доступен. Насколько я понимаю, именно он. Забрать, что тут за награды. Окей. Ну что, я пошел проходить уровень схватки 62-й. И у нас будет на постоянной основе доступен плезиозавр. Значит так, терезинозавр. Тут все 40 уровня, да? Окей. Так, против терезинозавра я возьму Таниколагриуса. Против тиранозавра я возьму Нундагозавра. А против Плезануха я возьму Эдиуморфодона. И я думаю, что вообще никаких проблем у нас в этом поединке не будет. Я уже вижу наши классовые преимущества, так что влупим этому Терезину. Но он поменяется, конечно, на Плезануха, скорее всего. Я нисколечко не удивился. Прям вообще не грамульки. А бомбануть я не хочу. А надо было, если бы я знал. Если бы я знал, что он не будет брать защиту. Эй, ничего нам не сделает. А вот я его сейчас, по-моему, покромсаю. Он одну атаку, да, совершил? Раз, два, ну давай три, фиг с ним. Вырубаем. Так, выходит тираннозавр. Пробьет, что ли? Точно. Пробил. Раз, два. Раз, два. До свидания, тираннозаврик. Плезанух. Точнее, не Плезанух, а Плезанух. А если я мочкануть и по полной программе? Все, хана ему. Вот, в принципе, это и было такое легкое событие. Но теперь у нас плезиозавр будет на постоянной основе. Это круто. 130 очков и награда. Плезиозавр. Собственной персоны. Сразу поставим его выводиться. Так, здесь хорош уже там. О, ну разберись. Ну что, переходим на события. Чудовище глубин. Мегалодон, аммонит и ксенотодон. 3-4, 31 и 14 уровень. А губа-то не треснет? Возьму ромалиозавра. Здесь мы
Тилозавра возьмем, а вот тут кранозавра. Погнали. Ну я, наверное, бомбану разочек. Вот так вот. Он, наверное, поменяется на аммонита и атакует. Не имею права пропускать ход. Должен ему ударить. Даже если он поменяется. Вот так ты, значит, да, решил, парень? У нас кранозавр почему-то имеет больше атаки. Вырубаем этого хлопчика. Мегалодоша, родной. Ну, понятно, сейчас две атаки влепит и распетрушит нас. Одну атаку он себе стал там под защиту, я не знаю куда. Значит, нам, получается, надо сделать раз-два. Раз-два. Буль-буль, плыви на дно морское. Ну и аммонит. Конечно, аммонит нас тут бомбанет. Но мой тилозавр его размажет. Понимаешь? Давай. Аммонит выглядит прикольно, да, такой, я не знаю. В шипах весь. Классно смотрится. Ну что, первая победа за нами. Погнали дальше. Здесь мы забрали ДНК. У нас ДНК мало, потому что мы поставили. Блин, тут 4 поединка надо будет. Ё-моё. Только сейчас увидел. Хорошо. Зуходус. Артакантус. И... Блин, у меня что, Генодус-то не прокачан, ни шиша. Давай возьмем аммонита, фиксим. Но тут должны, друзья, мы должны. У нас классовое преимущество, в любом случае должны их пробить здесь. Постараться. Я вот так вот сделаю. Аммонита как бы мне не жалко сейчас. Ну, бомбанут его, да бомбанут. Ну что поделаешь. Меня вот больше остальные интересуют. Ага. Давай смотреть. Леоплевродон что-то не спешит, я смотрю, тут нас разбирать. Может, бубен ему врезать, а? Готов. Так, Генодус вышел. Ну давай, Генодус. Одну очку действия он себе сохранил. Я это запомнил. Значит так, 1200, да? Вот таким вот образом. Поехали. Распечатываем его. Ну и последний. Леоплевродон. А, нет, ну да, Леоплевродон. У него две штуки их было, да, получается? Пупок-то слабоват у тебя, Леушка. На, влупляем, ребята, размазываем его. Ну что, второй поединок за нами. Еще два осталось. Два поединка отработать, и все будет оки-доки. Смотрим. Леосихтодон, Кайвикея и Архилон. То есть тут солянка получается. Ладно, Хайнозавр. Сюда прихватим Генодуса. А против Архилона Бананогномиуса. Должны, в принципе, врубить-то. Ну что, сразу с атаки начнем. Слабовато, конечно, атака будет слабовато. Меняется.
Архилончик. Проверим. Сейчас сразу побежит меняться, 100% тебе говорю. Еще ударит, да? Нет, не стал бомбить. Так, Генодус. В принципе, должны его ушатать. Отлично. Так, появляется Архилон. Сейчас он нас тут размажет. Ну, а дальше мы действуем. Две атаки нам нужно всего сделать. Раз, два. Это 2600. В труху его перетираем. Давай, следующий. Лиосихтодон. Ты жук-то навозный. Ну да, 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 да. Все сливаешь и, короче, мы его добиваем уже. Все было довольно предсказуемо. Старая папина школа работает. Ну что, последний поединок. Правда, драться мне некем. Доллары есть, можно, в принципе, сделать откаты. У меня все равно другого варианта не будет. Геоласмозавр. Ту-ту-ту. Против него, конечно, надо взять Хайнозавра. Сколько стоишь на откате? 67, годится. А у нас тут получается, ребята, очень даже неплохо. Если мы вот этого еще возьмем. И вот так. Будем надеяться, что все у нас получится. Не нравится мне, конечно, вот этот хмырь. Ладно, проверим, что он все-таки затеял. Будет меняться или нет? Меняется, отлично, ребят. 731 к атаке. А, погоди. Погоди, погоди, погоди. Да? Я рискну. Сольет, интересно, или нет? Слушай, он не стал ничего сливать. И, как ты понимаешь, это он зря сделал. Раз, два, три, четыре. Готов, хлопчик. Гиликус. Даже Гиликус не стал атаковать, прикинь. А, я все солью. Посмотреть хочу. Да, ребята, размазываем его. Вот сейчас нам будет жарко. Потому что у него 7 очков действий. Тут ему надо будет потратить 4. 3 остается в кармане. Да и то неизвестно, как он их расставил, да? Неужели все в защиту взял? Почти. То есть ему сейчас придется потратить все, и дальше мы его добиваем. Отлично, ребят. Ну, одну очку действия он сохранил, но это его не спасет. На. Слушай, прикольно. Мы прошли это событие с тобой. Всех потратить. Даже еще пришлось докупать по откатам. Колесо призов. Давай только не вылетай, пожалуйста, на этом колесе. И дай что-нибудь путевое. Да какой, блин, в одно место аэротитан? Ну серьезно, что ли, блин? Ну аэротитан. Даром он мне не нужен, ваш аэротитан. Подсует всякое барахло. Ну и что вы здесь мне показываете? Что? Горит восклицательный знак, что типа кто-то новенький есть. А, аэротитан. Твою налево. Дай-ка я размещу статую эту. Это же этого профессора, да, я так понимаю, статуя? По-моему, это она. И флажок. Пускай будет здесь стоять. Что у нас там дальше? Денежная борьба. Да, ха-ха-ха, топилозавр, нифига себе. Сколько же там? Там 3 поединка надо, да? Чего же вы мне таких мощных-то выдаете сразу же, а?
очень мощные ребята против меня здесь будут выступать. У меня что, получается, что один, вот этот и, Нундагазух, и все, больше никого нету, что ли? Нундагазавр. У меня очень мало рептилий. Ребята, очень мало рептилий. Надо что-то с этим делать. Есть ли смысл здесь заморачиваться, я вот думаю, или нету? Против тайпиалозавра я возьму апатозавра и... Индоминуса, что ли, взять? Ну, давай, возьмем его. Ну, а что делать? Вариантов других нет просто-напросто. Метриолонг 40 уровня, гибрид. Видишь, что вытворяет? Обалденно. А патозавр, ты сможешь его вырубить? Пш, нет, конечно. Конечно, не сможешь. Че, музыка куда исчезла? Ить. Индоминус вылез. Естественно, бомбит. Да ну тут нереально. Это сейчас забомбит нас. Ему достаточно одну атаку потратить. И две оставит он на потом. Две он оставит на потом. Сейчас возьмет две защиты, да? Слушай, ну вырубим мы его. Две, да? Две. И три у него останется. Ну как мне этого метриолонга валить, а? Посмотри, у него сколько. Раз, два, три. Ну давай вот так вот, я рискну, ребят. Опа, возможно, нам повезет. Смотри, он ничего не стал делать. Я рискну. Да, отлично. Вырубил. Ну, дальше-то как быть? Кем дальше там не драться? Всех своих сильных вывел в первом поединке. А дальше что хочешь, то и делай. Окей. Так, стегоцератопс. Пинар... Опять метриолон когда-то здесь. Сколько ты стоишь, парень? Мне даже не хватит на откатах, ребята, их взять. Спинораптор, у меня спинораптор. У него как, у 35 уровня, да? Ну, допустим. Допустим, я возьму спинораптора против стегоцератопса. И вот здесь вот, наверное, возьму птеродактиля Раджастегу. Ну, Раджастегу и птеродактиля. Мне кажется, это фигня полная. 1100 к атаке. Ему в любом случае придется поменяться, да? Он не будет меня бомбить. Он сейчас возьмет либо метриолонга, либо, ага, спинораптора. Разница в 5 уровней, ребята. И смотри, как это чувствуется. Раз, два, раз. Будешь бомбить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Че, жертвовать Раджастегой, что ли? Блин, я не знаю. Раз, два, три. Давай еще раз проверим. Все, что ли? Хана мне приснилась, ребят. Что-то он меня припаривает. Он раскачивается. Он раскачивается, раскачивается. Сейчас будет бомбить, скорее всего. Ага, все сливает. Отлично, ребята, он все слил. В принципе, для меня это плюс. Почему? Смотри. Раз, два, три. Дальше делаем. Так, если он даже поменяется, из расчета этого взять. Раз, два, раз, два, три. Вот так вот. Вырубаем этого дурика. Лишь бы метриолонг
Он же поменяется, я так понимаю. Да. Лишь бы Метриолон тут. Ну все. Дальше смотри, что я делаю. Переключаюсь сюда. Раз, два, три, четыре. На всякий случай. И вот так вот. Гудбай. И стегоцератопс. Ну, понятно, сейчас вырубит, конечно. Сейчас он все сольет вначале. А чё ж ты не все стал сливать? В любом случае, Раджастега его прорвет. Никуда уж ему не деться. И второй поединок мы выигрываем. Для третьего поединка, ребята, у меня даже динозавров нет. Я не знаю, как мы будем тут бороться. Просто элементарно нет ни одного динозавра. Ух ты, у него Анкилодок и Индоминус. Два всего лишь. Блин, горелые два всего лишь. А как тут вряд ли мы раскрутимся. И подкату эти стоят дорого, да? Угу. Но мы можем троих взять. Он двоих, а мы троих. Слушай, ну тогда давай сделаем, знаешь как? Блин, ему достаточно будет две атаки влепить по мне. Давай, Барионикс будет у нас как отбивная. Но Анкилодока здесь нет смысла брать. Блин, какой-то, что же делать-то? Этот очень мощный. Рискую, ребята, очень сильно рискую. А ну, а что делать? Тогда уже надо было не Барионикса брать первым, а Карнораптора. Тупанул я что-то. По-жесткому, опять же. Меняется. Нормально так, да? Приглушил. Чуть-чуть. Давай посмотрим. По мне так лично Барионикс как-то выглядит посолиднее, да? Такой пожестче. Сейчас будет атаковать, скорее всего. Угу. Сколько он слил? Блин, я не знаю. Три атаки, по-моему, сделал. Раз, два, три. Вот так нам придется сделать. Окей. Ну и выходит Анкилодок. Ему здесь придется в любом случае потратить 4, а за расчет того, что у меня еще 3, все придется слить. Ну что, родной мой, угощайся. Мясо, как говорится, подано. Давай. На тебе. Чепушила ты несчастная. Все, ребят, я очень доволен. У нас получилось сделать практически нереальные. Все разыграли как надо. Поэтому доллары забираем. Всего лишь-то мы получаем 120 долларов. Не очень, конечно, много, но тем не менее, ребят. Кое-какие-то деньги отбили. Что за боевые события еще? Так, участвуйте. Если бы у меня было бы, конечно, я бы участвовал в этих боевых событиях. Ну что, теперь надо ежедневки выполнить. Так, использовать ускорение, сделку совершить. А сделку на баксов нету, да, я смотрю. Очки доверия на деди-курсы. Фигня полная. ДНК на дикие водопады. Бред. Баксы на стальную шкуру, вы серьезно? Да, ну как чё они? Ну вот эту вот сделаем сделочку. Чтобы просто ее сделать, как сам факт. Так, примите участие в PvP, собрать моды. Моды. И рекламу еще посмотреть. Кстати, реклама у меня почему-то не посмотрелась, потому что написали, нету больше у тебя попыток смотреть рекламу. Обычные моды Чарли. Прочная шкура. Ну, 50%, короче, защиту дает. Блин, а где мне ускорение сделать?
Я не знаю, где мне сделать ускорение. Так, и слабость дают. Все, здесь мы тоже сделали. Забираем, естественно, награды наши. Посмотреть рекламу. Слушай, ну засчитали, как ни странно. Рекламку все-таки посмотрели мы. Так, и что-то у нас тут еще. Так, еда. Дальше смотрим, используем ускорение. Так, кинезойку. И нужно будет 3 ПВП еще сделать. Так, ну что же, кинезойская эра, да? Погнали. ПВП, раз, два, три. Ну, как всегда, начинаем с козырей. С наших мощных, самых животных, доисторических. И архивцион, Мегистокурус и Эндрюсарх. И все практически с 40-го. Там 36-й, 32-й и 40-й. А что может быть еще лучше, ребят? А, нет, что я наврал? Наврал, ребят, 19-й, 19-й, 40-й. Что-то бес какой-то попутал прям. Причем они все одной классовой принадлежности. То есть у нас именно на Уртинотериума идет превосходство, да? Да, у нас идет превосходство, и я думаю, что мы им воспользуемся в полной мере. Ну что, крошим? Крошим гроши. Архиофицион готов. Дальше выходит Мегистокурус. Кто же будет атаковать? Ну что я тебе скажу. Он одну очку здесь все сохранил, да? Вырубаем тогда его. Ай-яй-яй-яй-яй. Эндрюсарх. 5 очков действий, да, у тебя? 4. Вырубит. Уртинотериума он сейчас вырубит с 3 плюшек. Печалька. А чё, все? Победа? Чё переживает, ребят? Все, отлично получилось. Такой подбородок у него прикольный. Здоровый, прикольный подбородок. Мощный. Зачем он ему такой? Ну что, приз любителя? Давай, я любитель. Любитель пожрать вот этого миска с листочком. Крутись, колесико, крутись. Дай мне что-нибудь нормальное. Блин, 750 ДНК лучше бы дали. Ну что, одну канайзойку мы с тобой отыграли. Надо сделать одно ускорение еще. Может быть тут? Завершить по-быренькому. Или подожди, или все-таки здесь. Ой. 25 и... Давай так сделаем. 25 и 9 баксов. Нормально. Это еще за копейки нам обошлось, если честно. Ну, а теперь 3 ПВПшки. Точнее, 2 там осталось. 2 ПВПшки. Это, я думаю, сделаем сейчас. Выведите 7 существ. Вывел. 1520 ДНК. Нормально. Так, деньги я потом хотел собирать. Ну что, переходим. Давай, наверное, попробуем вот это вот. Анкилодок, Тернадон и Топиелозов. У меня больше просто не было ничего под рукой, как ты видишь. И поэтому я взял именно вот этих. Эриматерия, Эндрюсарх, Энтеладон. Все там за 30 уровень, да? Только этот второго. С одной плюхи вырубаем его. Ах ты жук, сейчас поменяется, наверное. А у этих преимущества передо мной? Да нет. Ну и что ты сделал? Ну ладно, хорошо, вырубаем его. Чертовые бабушки.
Так, окей, Эндрюс Арх отдупляется. Эриматери, 307 к атаке. Орёт там Крикун. Такой наивный, думает, что я не буду меняться. Буду, конечно. Я буду накапливать себе очки для того, чтобы пробить их сразу же. Так, ну что, он потратит? Сколько ему придется? 3, наверное, влепить. 3 очка действия влупит на атаку. А в данный момент даже 4, потому что у меня здесь одно взято. А он абсолютно ничего не стал делать. Это его проблемы. Это его проблема. 6 очков действий, запоминаем. Ну, все сливает, понял. Запоминать уже ничего не надо. Только кроме того, что у него ничего не осталось, как говорится, в закромах. Раз, два. Это все, это ему крышка, да, сразу же? Конечно. Вырубаем этого птенчика. Иди сюда, Энталракс. The Battle for Arrakis, да? Ну что ты там елозишь-то? Все, тебе кранты. Тебе, Энталракс, кранты. Лови плюшку. Подачу от Птеранодона. Ну что, размазали. Сейчас еще рулетку крутанем. Рулетку крутанем. И еще один поединок нужно сыграть. За животных, наверное, придется. Потому что ну тут просто больше некого брать. Приз эксперта. Ну, спасибо. Спасибо. Ну, посмотрим, что здесь выпадет. 28 тысяч монет. Так, ну что, водную или какую тут? Давай, наверное, кайнезойскую. Давай, фиг с ним. Два ледяных. Ну, снежных, да, животных. То есть это мамонт и шерстистый носорог. Плюс гасторнис. Эриматери, Дипротодон и опять же Энталракс. Разносолочку он взял. А в отличие от меня. О! Я, блин, ну почему не я-то хожу первым? Я бы его сейчас сплюхил. Он сейчас просто поменяется, ребят. А этого тоже... Подожди, этого не сплюхи. Блин, ну что ж ты будешь делать? Ну давай поменяемся, что делать? Нет выбора все равно. Дипротодон этот плешивый атакует еще, смотри. Фига ты. Хмырь болотный, а? Ты посмотри. Смотри, наконец стоит, лыбится, ё-моё. Лыбу давит. Все, пора ее размазывать нафиг. Заколебало. А сможем ли мы? Так, у нас потом преимущество идет классовое, да? Угу. Классовое преимущество. Так, вырубаем этого плешивца. Так, Эриматерий. Ну, он сейчас, наверное, на Энталракса поменяется. Упс. Так. Шерстистый носорог. Иди сюда. Попробуем. Да, мы его уничтожаем. На тебе. Поддыхало получил.
4 плюс 2, 6. 3, да, ему 3 придется. 3 у него останется в запасе. 3 сливает, 3 в запасе. О, мы его вырубаем, ребят. У нас одно очко действия остается в запасе. Ну, как бы лишним, поэтому мы его и пробьем. Ну, он даже, видишь, сделал так. Я думал, что он возьмет 3 защиты, и одно у нас будет пробивным. А он одно оставить решил, да? Окей. В общем, победа здесь за нами. Забираем с тобой все ежедневки. Ну, главную награду я имею в виду. Давай, 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 приз любителя. Почему опять... А, ну приз любителя, точно. Так, вторая попытка. Дайте пак. Дайте мне пак, пожалуйста, или доллары. Понятно. Хавчик тебе дали, вот и все, иди радуйся. Ну что, забираем здесь награду и... пак. 40 долларов, спасибо. И Лео Плевродон, собственной персоной. Плюс 95 очков доверий. Забираем здесь. И забираем здесь. Посмотрите, 8 реклам. Опа. Так, тут баксы. Ну, деньги я имею в виду. Куда ты меня перематываешь-то? Бунт рапторов. Ну что это? Ну ё-моё. Бунт рапторов. Я думал, там что-нибудь такое шикарное дадут. А дали просто маленького велоцираптора. Так, а я хотел вывести. Ну, поставить выводиться. Куда же он там от меня спрятался-то? Вот он. Давай, родной, ставься. Так, сколько тут? 3 дня, 4 дня, 3 дня. Офигеть. Трехдневки до 4-дневки. До 5-дневки. Ну что, ребят, я, наверное, еще активирую одно местечко. 4 дня, 14 часов будет выводиться. А на этом буду закругляться. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.